Всем привет! Сегодня опять будем говорить о скальпинге, о секундном скальпинге. Буду детально разжевывать ту ситуацию, которую получилось для вас записать. Видите, каждой ситуации они разные. Вот в этой ситуации получилось три уровня. Видите, три уровня. Сейчас я отдалю график. Вот, было у нас повышение и потом пошло затухание. И график начал резко-резко биться. Отличный момент. Отличный момент для торговли. Так, у нас есть нижний уровень, самый главный. От него график вот все время отпрыгивал. Уровень поддержки. И он самый главный, на него я больше всего ориентируюсь. Дальше был второй уровень, но график, видите, его пробил второй уровень. И потом уже получился третий уровень. Третий уровень сопротивления. Вот здесь я отлично вхожу, не вошел. Опять вхожу, опять неудачно вошел. И третью сделку, видите, опять тоже неудачно заключил. Скажу вам следующее. Здесь на всех платформах, где вы бы не торговали, Binomo, IQ Option, вот AlimTrade, везде будут задержки. Это не от интернета зависит, они будут всегда. Вот в каждую секунду вам вы ни на одной платформе не сумеете поставить. Так что, а здесь именно как раз вы видите, какая разница в пунктах, видите, по 5 пунктов. Вон 75, 80, 85, 90. Все идет по 5 пунктов, и нам здесь важно ловить каждый шаг. И вот здесь я неудачно заключил. Первые две сделки, третью вообще неудачно. Но график опускается, все идет как нам нужно. Первые две сделки вот закрываются. И третью закрыли нам. Опять хорошее касание нижнего уровня. Две сделки зашел отлично, третью не очень. Так, пока на втором уровне. Вот видите, на втором уровне я ничего пока не заключаю, потому что может пойти дальше. В чем заключается стратегия, многие спрашивают. Ну что здесь непонятного, рисуйте себе уровни. Как рисовать уровни, я думаю, это понятно. Еще планирую записать отдельное видео, как я рисую эти уровни. Вот здесь затухание, видите, нижний уровень самый сильный. Сколько раз цена его пыталась пробить и пробить не смогла. Верхний уровень, самый-самый верхний, третий, вы тоже видите. Одно касание, второе, третье, четвертое, пятое. Пять касаний, цена не пробила уровень. Можете смело рисовать вот линию. Так, здесь у нас... Здесь у нас две убыточные и одна прибыльная получилась. Видите, но вот видите, не везет, потому что тяжело здесь. И когда вот такие резкие скачки, да, ну... И вы плюс не успеваете нормально поставить. Но все работает. Вы видите, уровень держится. Нижний уровень самый сильный. От него цена отскакивает очень хорошо. Просто здесь, видите, мы торгуем на минутке. И вот могут быть такие вот неудачи. Вот здесь отлично. Две сделки захожу хорошо. Третью зашел отлично. Четвертую. Не успел нормально войти. Пятую зашел хорошо. И шестую опять выпрыгивает, да, немного неудачно зашел. Кстати, здесь ситуация. Видите, график с каждым разом опускается все ниже и ниже. Чему я вас учил? Это признак того, что скоро может вот произойти такое вот затухание и график оборваться, пойти пробить линию поддержки и уйти вниз. Вот видите, даже можно, вот именно мне нравится, что можно продать сделку в случае неверного прогноза, можно продать сразу же, не нужно заходить в сделки продавать, а можно продать сразу же на торговом окне. Но видите, какой здесь сильный уровень. Вот цена много-много раз касается и не может его пробить. И здесь все отлично. Одну сделку нам дают возврат. И все остальные у нас в плюс.
На такой хорошей ноте я планировал закончить. Видите такое число, 3 семерочки. Но думаю, коридор еще держится, можно еще зайти в рынок. Видите, да, очень сильный нижний уровень был. Цена даже не то чтобы, ну, отбивалась, да, она даже вот именно ниже вот этой вот линии, ну, чтобы так, уровни ж не, ну, не всегда такие хорошие, они могут немного пробить, немного выше пойти, а здесь вот именно в этой ситуации все было четко. Видите, но в этой ситуации получилось 3 уровня. Билась она в одном коридоре, потом произошло пробитие. Вот таких ситуаций я вам еще не показывал. Вот ситуация. Подошло к уровню сопротивления. Цена там немного подержалась и пошла дальше. Вот опять отпрыгнула. Ну, я думаю, если здесь уже произойдет пробитие, то эта сделка будет последней. Ну, эта сделка, скажу вам, что не зайдет. И на такой ноте вот я закончил торговлю. С утра сегодня получилась просто шикарная серия. У меня много там сделок по 20 тысяч зашли. Сейчас я вам покажу историю сегодняшней торговли. А получилось вот записать как раз вам именно вот со середины этого коридора. Видите, когда идет повышение, идет затухание, и график начинает вот рисовать такую, не знаю, кардиограмму жесткую, это отличный сигнал для секундного скальпинга. Входите и зарабатывайте. Такие моменты нужно искать. Так, вот сегодняшняя торговля. Один возврат, одна неудачная сделка и 4 выходит сегодня неудачных сделок, что-то много. Вон, отличная серия у меня прошла по 20 тысяч. Как раз в это же время просто запись не включил, торговал. И вот та история, когда торговал при записи. Вот такое вот получилось видео. Думаю, все понятно. В этом и заключается суть скальпинга. Отталкиваться от линий. В чем заключается стратегия? Вот в чем заключается. Рисуйте линии. Линии, думаю, рисовать просто. Главное вовремя зайти, вовремя выйти. Это все придет, народ, с опытом. Вы не думайте, что вот вы посмотрели мое видео, все так просто, я четко так торгую. Ну, серия действительно получилась сегодня шикарной, но это все у вас придет с опытом. Торгуйте, торгуйте, еще раз торгуйте, и все у вас получится. Ставьте лайки, народ. Надеюсь, все хорошо вам объяснил. Всем удачной торговли. Всем пока.